Работа общественного транспорта довольна? Вот утром уехать с третьей дачной, как в общем? Ужасно. Сейчас вот чиновники стали ездить, мэр города Ладога. Толк от них. Думаете, никак это не повлияет? Вообще никак не повлияет. А скоростной трамвай вот как? Не будет скоростного трамвая, потому что он идет вместе с общественным с машинами. Какой скоростной трамвай? Для него нужно строить отдельные эстакады, чтобы он был скоростным, типа наземное метро. А здесь будет, ну, поменяют рельсы, ну, прибавят скорость на 5 км в час, все. А с Ленинского района уехать в поселке Жасминный, Сокол вообще невозможно утром. Эстакаду ждете там? Мы там в пробках стоим, начиная с 6:30. Спасибо. И к 1 ноября ее вряд ли сдадут, эту эстакаду. Там работы идут вовсю, осталось 5 дней. Так что... Да ужасно. Как оценивается? Ну, наверное, минус даже, наверное, 25. Вот так можно сказать. Потому что добраться утром невозможно. Вот со стороны Елшанки вообще не уедешь. Вот я отстояла, вы не представляете, сколько, на остановке у Явор. Хотела дождаться троллейбуса, который как призрак, непонятно, в какое время он ходит. То он может прийти 3 минуты 8, то может быть 25 минут 8. Уехать отсюда невозможно, вот в сторону туда, старого аэропорта. Единственный транспорт, посмотрите, сколько мы стоим, ждем. Это невозможно, это безобразие какое-то. Если как... за новостями следите, мэр города, ряд крупных чиновников стали ездить в общественном транспорте. Вот пусть они... Повлияет да. это на ваш взгляд, так, на работу? Ну, не знаю, мне сложно сказать, но если люди попробуют вот проехать не один день, им надо неделю покататься вот в тех условиях, в которых ездим мы. Может быть. Может быть, тогда не поймут, какой ад. Это вот каждое утро, это квест мы проходим, чтобы добраться до работы. Поэтому я хотела писать вот на горячую линию, чтобы они хотя бы попробовали пройти вот то, что проходим ежедневно мы. Поэтому, ну, я не знаю, это вот какая-то катастрофа. На скоростной трамвай вот надеетесь как-то там? Мне никак он не поможет. Абсолютно. Вот оттуда, откуда я еду с пересадками, он мне никак не выручит, не поможет. Я ожидаю худшего, потому что какая-то часть людского потока, она перейдет вот как раз на эту сторону, и тогда будет коллапс. Вот я, например, думаю уволиться с работы, потому что я не могу добраться, хотя я люблю свою работу, люблю свой коллектив, но это невозможно добираться, просто невозможно добираться. Вообще мало транспорта. Битком, иногда подъезжаешь, можешь стоять долго. Мэр города сейчас стал ездить, вот, на новостях показывает, что она вообще не транспорт. Ну, что так, влияет на это дело? Не знаю, может быть. Скоростной трамвай ждем. Верите? Поедем? Долго ждем. Я работала в трамвае очень долго. Это уже лет 20. Все ждем. Все ждем. Устраивает ли вас работа общественного транспорта? Нет, не устраивает. Что плохо? Что вот как выглядит ваша? Вот я живу в Поливановке. В нашу сторону ходит одна единственная газель. И она вечно битком набита. Я на своей остановке почти у меня конечная. Я сесть не могу. И сами понимаете, здесь вечером, когда я еду с работы, я хорошо сяду во вторую газель, а то и в третью. Вот, пожалуйста. Сейчас мэр города Влада Макроусова за новостями следите, ездит в общественном транспорте. Еще ряд высокопоставленных чиновников. Как-то это отразится, поможет? Думаю, что нет. А скоростной трамвай надеетесь вообще поедет? Нет. Не верите в это? Не верю в это. Я живу на 10-й даче. Сейчас туда доехать не на чем. Потому что 46-я идет битком. И мне от этой 46-й от остановки идти еще достаточно долго. А с маленькими детьми, как в детский садик ездить. Это же просто караул. Довольны в целом, как работает? Если есть какие-то Нет. сложности, в чем заключается? Трамваи старые.
и ходит редко. Сейчас ряд чиновников стали ездить в общественном транспорте. Поможет это как-то изменить ситуацию или нет? Не думаю. Скоростной трамвай проект ждете, верите ли, заработает? Я не знаю, как это будет работать. Очень плохо. И студенты, да. Учебу, заполнение, да. Молодежи. Расскажите, с какими сложностями сталкиваетесь? Невозможно доехать просто. И все. И сейчас вот чиновники высокопоставленные стали ездить. Мэр города смотреть ситуацию. Поможет, не поможет, как считаете? Не знаю. Но проект скоростного трамвая из новостей читали? Естественно, все об этом знают. Не знаю, мне кажется, это такое. 81-е. Как оцените работу вообще транспорта общественного по утрам и по вечерам? По утрам плохо, конечно. В чем проблема, в чем сложность? Не хватает транспорта. Битком автобус, маршрутки уходят. Чиновники сейчас высокопоставленные стали ездить в транспорте. Поможет это как-то, на ваш взгляд? Я думаю, да, они попробуют это удовольствие. А почему удовольствие? Ну, по-другому, как еще скажешь? С утра нельзя же портить себе настроение. Скоростной трамвай верите? Поедем быстро. Ну, надеюсь.